Пока выпускники средних образовательных учреждений только мечтают о том, кем они хотят стать во взрослой жизни, их папы и мамы уже серьезно задумываются о будущем своих детей. Это доказало районное родительское собрание по профессиональному ориентированию старшеклассников с участием ведущих вузов Санкт-Петербурга. Встреча с представителями 5 высших учебных заведений проходила 14 марта в школе номер 250. Знаете, мы очень рады, что вузы согласились на такую форму сотрудничества с образовательными учреждениями, школами. Потому что для Кировского района, я думаю, что это первый опыт. Надеемся, что не последний. Зачастую родители оказывают решающее влияние на детей в выборе будущей профессии. Это мероприятие состоялось по инициативе представителей отдела образования Кировской администрации, сотрудников Электротехнического университета. Важно отметить, что собрание для родителей с участием ведущих петербургских вузов стало экспериментальным. Ведь проводилось оно в микрорайоне Ульянка впервые. Это мероприятие для родителей. Мы решили, что на детей нужно воздействовать, скажем так, и с помощью родителей тоже, потому что, наверное, не всегда родители себе тоже могут, в силу, наверное, занятости своей, представить, что в учреждении в этом, что интересного. На собрании каждый присутствующий родитель мог получить нужную информацию об учебных заведениях. Сотрудники Лесотехнической академии, Горного института и таких университетов, как Электротехнический, Технологии дизайна, а также Водных коммуникаций, представили подробные презентации вузов. Цель встречи именно с родителями состоит в том, что все-таки в 90% случаев вуз выбирают родители. И не всегда это согласуется с мнением ребенка. И родителям приходить в вузы на дни открытых дверей сложно. Поэтому мы приходим к родителям. Родительское собрание по профориентации мамы и папы оценили положительно, однако некоторые отметили, что данное мероприятие было бы более продуктивным, если бы в нем приняли участие сами ребята. Такие собрания лучше посещать детям. И, наверное, может быть, вместе с родителями, чтобы они могли эти вопросы спорные в выборе профессии разрешить уже по месту. По словам организаторов, подобные собрания станут регулярными. И, возможно, в скором времени вопросы, кем будет мой ребенок в будущем, врачом или артистом, не будут стоять так остро для родителей.